На Лагерском мотодроме на днях было по-настоящему жарко. Нешуточные страсти разгорелись в борьбе за кубок СКФО по мотокроссу. Там собрались лучшие гонщики Юга России. С места событий материал Алины Сгоевой. Крутые повороты, невероятные взлеты. Мотокросс – один из самых непредсказуемых видов спорта, а тем более, когда трасса длиной почти в километр. За звание лучших здесь борются 50 самых сильных участников. Многие брали первые места на окружном и российском этапах. Сам мотоспорт сильно развит, очень сильно. У нас в республике одни из сильнейших спортсменов в бывшем СССР и также сейчас в России. Постоянно в призерах, постоянно чемпионы и победители различных соревнований. Трасса подготовлена на высшем уровне, и я думаю, соревнования пройдут на высшем уровне. Большинство спортсменов не пропускали окружные соревнования ни разу. Впереди отбор на чемпионат мира, и потому сейчас на трассе не прилагают максимум усилий. Оказаться хотя бы в тройке победителей международного этапа – цель в жизни и перспектива на ближайшие годы для Атсамаза Илканова. Он в этом спорте вместе с отцом. Бросить я никогда даже не думал об этом, потому что всегда, когда я не катаюсь больше, чем месяц даже, не сажусь на мотоцикле, не хватает этого адреналина вот в крови, который, ну, привязанность, вот это как, не знаю, объяснить, просто не хватает адреналина в крови. Хочется все равно вот потренироваться, поездить, хоть как-то посидеть. Чемпионат по мотокроссу проходит в нескольких категориях, что делает гонку самой бескомпромиссной. Титулованный и одновременно ветеран этого вида спорта Алексей Ницканский из Ставрополя приезжает обкатать Северную Осетию каждый год, но побить рекорды наших ребят не всегда удается. Вот и стимулирует себя не бросать любимое дело. Это образ жизни. Ездить, может быть, уже и когда-нибудь не будем, а мотоцикл будем иметь и не один. Все понравилось. Пыльно, жарко, ну и добродушно. Соревнования проходили в два дня на Лагерском мотодроме, а потом уже в столице региона. Этап открытого личнокомандного кубка республики СКФО памяти Юрия Седакова. Впереди заезды и борьба за чемпионский титул в Набережных Челнах в середине августа. Там соберутся сильнейшие гонщики мира. Алина Цгоева, Диана Кабалоти, Новости Осетии.